Здравствуйте, друзья! Мы подошли к рынку Гусар. Гусар – город в Азербайджане. Город очень красивый. Но сегодня мы поговорим о рынке. Этот рынок является самым известным местом в Гусарском районе. В районе нет ни одного человека, который бы не знал об этом рынке. Вот и мы заходим в рынок. Рынок и автовокзал рядом. Сначала мы пройдемся по рынку и потом зайдем на автовокзал. Этот рынок известен не только в Кусарах, но и во всем Афганистане, в Азербайджане. Просто этот рынок напоминает афганский базар. На этом рынке созданы очень комфортные условия для покупателей и продавцов. Администрация рынка очень старается, что здесь покупатели и продавцы почувствовали себя очень уютно. Территория рынка асфальтирована. Везде порядок и чистота. Тут полностью соблюдены санитарные нормы. Этот рынок признан лучшим розничным рынком Азербайджана. Об этом пишет пресс-служба администрации города. За последние годы центральный рынок района изменился в лучшую сторону, стал комфортным, благоустроенным и современным местом для торговли и покупок. Происходящие изменения уже по достоинству оценили не только покупатели, но также приезжающие туристы, которые в один голос отмечают, какой приятный и чистый рынок в Кусарах. Самый красивый из тех, что они видели. А ведь рынок – это лицо любого города. На рынке работают очень приветливые продавцы. Всегда можно торговаться. Здесь можно купить фрукты и овощи из разных регионов страны, а также из разных стран. Сегодня даже самый упрямый покупатель знает, если хочешь найти свежий, натуральный и вкусный товар в изобилии, нужно идти на рынок, а вовсе не в супермаркет или магазин у дома. Кусарцы, которые с детства помнят дорогу на центральный рынок, убеждены, это не просто место, где продают продукты, лишь бы продать. Это визитная карточка город Кусары. Аккуратно стоящие эти торговые ряды украшают этот рынок. Вопрос мусора решается на высоком уровне. Тут завидовали бы самые современные торговые центры мира. На рынке можно купить куриное мясо на свежем воздухе. Несмотря на жару, куриное мясо не теряет свое качество. Она уже под солнечными лучами жарится, и вам уже ее дома не надо готовить, и это очень выгодно. Иногда и рыба продается в жаркий день. Продавцам рыбы приходится отгонять от рыбы наглых мух. Рыба жарится от жары и получается очень вкусной. Все, что вам нужно сделать, это добавить соль и перец по вкусу. А тут можно купить живую курицу. А сейчас мы переходим в еще более современный отдел рынка. Здесь можно купить мясо и фрукты. Этот отдел имеет самые современные технологии 21 века. На этом рынке можно купить и одежду, и товары для дома, и товары для сада. Мы должны высоко ценить работу торговцев на этом базаре. Действительно, у них очень сложная работа. И они заслуживают уважения, особенно тех, кто сами выращивают и сами торгуют. И у этих людей нет выходных. Давайте поблагодарим их за их нелегкий труд. И эти проходы специально не были проложены асфальтом, чтобы покупателям было очень приятно ходить по этим камням. Это хороший массаж для нижней части ног. Администрация рынка очень заботится о здоровье покупателей. На рынке всегда много народу. Многие покупатели приезжают из деревни на автобусах, так как автовокзал рядом. Мы на автовокзале будем чуть позже. А пока, дорогие зрители, давайте насладимся этим замечательным торговым центром. Сюда приезжают фермеры из других регионов республики. Потому что они знают, это самый популярный базар в стране. А это особый мясной отдел рынка. Здесь всегда можно купить свежую говядину и баранину. Килограмм говяжий можно купить за 15 манатов, это примерно $9. А мы продолжаем наши увлекательные прогулки по этим красивым торговым рядам.
А на этой торговой площадке можно купить шерсть. Этот продукт, кажется, пользуется большим спросом. На этом рынке можно увидеть туристов из разных стран. Они говорят, что никогда не видели такого рынка. Они думают, что это просто шедевр. Они признаются, что завидуют жителям города Кусары. Я открою вам секрет. Аналогичный рынок есть и в соседнем городе Куба. Это не страна Куба, а город Куба в Азербайджане. Но кубинский рынок кажется какой-то скучный. А сейчас мы идем к автовокзалу. Это крупнейший вокзал района. В этой будке сидит контролер, и он берет деньги за проезд. Нечего бесплатно проехать. Для транспортных средств стоимость проезда составляет 40 азербайджанских копеек. А пешеходы могут пройти в автобусный зал бесплатно, и это большое достижение. Этот вокзал соответствует европейским стандартам. Внутри вокзала есть парикмахерская и чайхана. Это очень важно для пассажиров. Здесь созданы любые условия для пассажиров. Здесь они могут ждать свои автобусы в комфортных условиях. На вокзале много магазинов и чайханы. Можно пить чай и покупать сладости. На вокзале имеется комфортабельный туалет. Вход, естественно, стоит 20 копеек. В Азербайджане нет бесплатных туалетов, кроме аэропорта и в нескольких крупных торговых центров. С этого прекрасного вокзала можно отправиться в села района, а также в несколько крупных городов республики. Думаю, пассажиры очень довольны комфортными условиями вокзала и очень благодарны администрации вокзала и города. Наверное, многие горожане приходят сюда просто погулять, наслаждаться с этой неописуемой красотой. Автобусы самые современные. Ездить на таких автобусах одно удовольствие. В них есть кондиционер, пассажир чувствует себя очень хорошо, особенно при температуре 35 градусов. В этом автобусе мощный кондиционер, поэтому двери были открыты, чтобы пассажиры не замерзали внутри. Есть еще антикварные автобусы. Ездить на этих автобусах большая честь. Имеются специальные переходы между рынком и вокзалом. Это очень удобно. И люди с большим удовольствием пользуются этим переходом. Из этого перехода можно попасть в тот самый знаменитый туалет, который чуть раньше я рассказала. Вот и в отделе кур наш репортаж заканчивается. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.